Привет, мои хорошие. Сидела дома, дождя не было. Шнята, что случилось? Ухо завернулось. Ухо завернулось у него. Сидела дома у компьютера, не было дождя, было солнышко. Пока сварила кофе, а кофе у меня от Фаберлик с орешками. И думаю, пойду-ка я посижу в беседке немножко. Температура у нас... Шняка, что случилось? Что у тебя тут такое? Что тут ты чешешься такая? Кто-то тебя тут кусает? А? Ушко чешется? Шняченька, что это такое? Вот. И думаю, пойду-ка я в беседке посижу, с вами поговорю. Пока дошла до беседки, дождь влупил. И как теперь обратно бежать? Совсем не хочется, чтобы... Волосы у меня мокли. После дождя всегда приходится... Шняка, что такое? На тебя гладить надо или что? Гладить надо. Будет вот головой упираться, чтобы его гладили. Сегодня легко дышится. Не то, что вот как всю эту неделю. И о чем я хотела с вами поговорить? Это я руку протянула, держу... штатив держу. Думаю, вдруг... Вдруг, не дай бог, ветром снесет. Телефон разобью, и я еще за него не выплатила. Мне за него еще платить 296 рублей. Ну как, слышите, как страшно шумит по крыше дождь. Но нету ни грозы, ни молнии нету. И шмяк, видите, тоже... Залез на колени, сидит, смотрит, что это такое творится. Шмяк, пойдем домой. А, Шмяк, пойдем домой. О чем я хотела с вами поговорить? Наконец-таки я сегодня списалась со своей Аллой. И совсем неинтересно, совсем неудовлетворенно. Ничего она мне конкретно не ответила. Вообще ничего. В общем, я не знаю, говорит. Ой, Шмяк, а больно. Кептюри. Ой, какой противный. Когти впускает в меня. Что? Ну что? Вот, толкает меня, гладь его. Слазь, иди на свое кресло. Слез. Вот. Говорит, я ничего не знаю. И вот так вот она всегда. В прошлом году только, когда я с ней списывалась, как-то мы быстренько раз решили все. Решили, постановили и полетели. А тут что-то, я не знаю, я так надеялась, что вот, наконец-таки, она, ну что, ветер немножко притих вроде, что она отвезла внука к родителям, теперь она свободная в любое время, не только вот где-то июль, август, июль же самый жаркий, август хорошо. Но всегда я подстраивалась под нее. Вот, а тут можно даже и в сентябре, потому что в сентябре очень хорошо ехать и в Шарм, и даже в Турцию еще тепло, и не так жарко, все замечательно. И тут что-то не то, не знаю. Сама она ко мне не приходит, обычно она... Когда на рынок приезжает, то она обязательно ко мне заглядывает, так посидеть, поболтать. А тут что-то она приехала и сидит у себя в огороде. Хотя такая жара, ну, в жару, конечно, кто хочет, куда выходить. Это только по необходимости. Если или кушать надо, купить что-то, либо где-то что-то, ну, срочное оплатить, может быть. Короче, я в расстроенных чувствах.
Валю что-то не вижу тоже. Раньше мы, когда пойду на рынок, я обязательно ее встречаю. Тут встретила ее дочь, говорю, что это не вижу твою маму. Она говорит, все нормально у нее. Короче, девочки, похоже, я осталась одна. Одна, мечтающая о море. Вот так у меня всегда получается. Но когда-то, когда я работала, и как-то у меня побольше было денег, и там, отовсюду понемножечку как-то собиралась, то теперь работы ж никакой нету. Слушайте, какой дождь, как он шумит. Но хорошо, что он идет прямо, поэтому на меня не заливается. Ой, Шмяча, прячься. Только сказала, что не заливается, как он повернулся. И Шмяк ко мне под кресло залез. Вот, и... А теперь уже совершенно не так. Вот, поэтому вот я тоже не знаю. Короче, я теперь не знаю. Если я могла когда-то в Аланию полететь одна и заплатить побольше, вот нет, чтобы тогда подешевле, один год подешевле путевку искать, второй год как-то подешевле, нет. Когда были деньги, я не думала о том, что будет на потом. Жила тем днем. Вот. Ну, с другой стороны, что думать о том, что будет через год, через два, через три, правда? Жизнь такая недлинная, что не знаешь, что будет завтра. Вот мы ж не ожидали, что вдруг на нас нападет этот вирус, этот ковид. Мы жили, просто жили, и все, приходил какой-нибудь грипп. Ну, переболели простудой, и на этом все. Думала, это Брома, эта машина так старахтела. Вот. А тут мало того, что вот так вот и ковид, и пенсия уменьшается от того, что просто добавляются цены на платы на все. Вот, и... Не знаю, вот так вот, девчонки, вот такие у меня сейчас расстройства. Ну, в общем-то, чего мне сейчас об этом очень заморачиваться? Ужас, ну вот. Шмяк, пойдем домой, а? Побежали мы домой? Куда побежали? Надо переждать. Я не знаю, слышно ли вам, что я с вами разговариваю вообще. Ну вот, и дождь повернулся, и начинает у меня уже тут тоже капать и шлепать. И как интересно смотреть, как я в беседке сижу. У меня уже пол беседки залило водой. Вода к нам подтекает. Все, побежала я домой. Все, мы пробежали со Шмяком. Я повернула кресло, потому что дождь начал литься. Прямо вон, посмотрите, всю беседку залил. И я смокла немножко. Шмяк быстрее прибежал. Я уже думала, куда же он подевался. А он так пролетел моментально. Прибегаю сюда. Он уже под дверями ждет меня. Ну вот, можно было не бежать. Смотрите, дождь заканчивается. А я неслась. И намокла вся. Ну что, я дома. Так было хорошо в беседке. Свет включила, потому что темновато как-то. Вот. Так что вот, мои дорогие, вот такие вот у меня сегодня новости. Новости, конечно, не очень приятные, но еще много времени. Во-первых, еще июль.
у самой в июле разные планы. Вообще у меня, я нахожусь в каком-то вот таком вот непонятном состоянии, потому что даже если найдется у меня пара, даже если Алла поедет, у меня проблемы, я думаю, как оставить кота, как оставить дом. Разговаривала с Аришей, сначала как бы-то вроде бы уже решился этот вопрос, что они придут здесь, поживут, ну или Ариша с детьми. Но, похоже, ей совершенно этого не хочется. И, ну, я так поняла, что этого не будет. На Лену тоже нельзя надеяться, потому что если Сергей уедет, а он должен уехать на заработки, вот, то там собака, и каждый день она не будет ездить, собаку надо выгуливать. Одна надежда будет на соседку, которой я кормила котика. Ну, и она же напротив живет, поэтому она сказала, что не волнуйся, и за домом присмотрю, и Шмяка накормлю. Ну, а как он сейчас вообще, когда тепло, его дома практически нет, то еду ему поставить, положить, с этим проблемы не будет. Вот. Ну, вот то, что я пока я одна. Даже то, что сейчас много путевок горящих и по очень красивым ценам, даже как-то Аллу не воодушевило, как это сказать, не обрадовало, лучше так скажу. Вот, не одушевило. Не знаю, как правильно. Вот. Вообще мы со Светой разговаривали, она говорит, самое лучшее, говорит, собрать чемодан и потом ловить горящую путевку. Можно прямо сегодня и на завтра, вообще очень дешевую. Я, правда, честно говоря, так никогда не ездила. Никогда заранее, всегда заранее покупалась путевка, заранее искала отель, и все. Ну, короче, там будет видно. Хочется, конечно, путевку подешевле, чтоб не все растратить, что есть, чтоб еще и осталось на какие-то покупки, потому что все отдать и поехать, это, конечно, неинтересно. И куда поехать? Я вообще уже, я планировала Шарм, вернее, не планировала, а думала, что в прошлом году мы были в Турции, то в этом году, наверное, надо в Шарм съездить. Вот. Ну, а теперь я не знаю. Короче, ничего не знаю. И завидую людям, которые знают, чего они хотят. Вернее, я знаю, чего я хочу, но я не знаю, что у меня получится. Милочка Белова, если вы смотрите, я то на ты, то на вы, это самое. Если вы смотрите мое видео это, пожалуйста, разложите карты. Что они вам скажут? Получится у меня все так, как у меня задумано, или нет? Вы всегда мне чего-то хорошего желаете. Ой, девочки. Вот такое вот у меня сегодня видео. И грустное, и дождливое, и мокрое. Все-таки я пока бежала с беседки, я все-таки подмокла. Потому что, вы знаете, даже вот как град пошел. А сейчас, когда я уже дома, сейчас дождь прекратился. Надо было переждать немножко и заканчивать мое видео там, в беседке. Там хорошо, там свежий воздух, там прекрасно. О, даже солнышко выглядывает. Все, можно идти опять в беседку.